На сцене Дворца культуры «Современник» Александр Югорский. Экс-солист легендарной группы «Ливон и Песнеры». Обладатель звания «Хрустальный голос России». Его выступление на главной городской сценической площадке в Международный женский день – подарок зареченкам. В концерте, посвященном главному празднику весны, вместе с Александром Югорским приняли участие актриса, певица, исполнительница цыганских романсов Диана Савельева, народные артисты России Людмила Сафонова и Василий Овсянников. Обычно заранее делают концерты, а так вот все-таки мой дорогой и глубоко уважаемый Олег Владимирович Климанов, он правильную паузу выдержал. И самое главное, что вот после этого концерта все придут домой и вспомнят, как же нам было здорово. Давайте-ка мы все-таки наших женщин еще раз в узком кругу поздравим. Весна идет, весне дорогу, королева красоты, Беловежская пуща. Эти и многие другие любимые несколькими поколениями ретро-хиты звучали для виновниц торжества. Праздничный вечер стал настоящим гимном прекрасной половины человечества. С большим удовольствием поздравляю с этим прекрасным весенним праздником всех женщин. Пусть у вас в жизни сбывается все, что вы хотите. И оставайтесь всегда добрыми, милыми, любимыми и красивыми. Душевный весенний праздник для зареченок был организован совместно с госкорпорацией «Росатом». Гости вечера вспомнили историю и достижения атомной промышленности и энергетики. У нас с вами есть совершенно замечательный подвиг, который по сей день не оценен в нашей стране и в школе не изучается. Это подвиг создания ядерного оружия, к которому вы имеете непосредственное отношение. И за этот подвиг у нас 9 трижды героев из 16 в Советском Союзе, 8 дважды героев, 264 героя соцтруда, но там еще не только наши, а привлеченные, и 14 героев Советского Союза. Нигде такого больше нет, а у нас с вами есть. Финальным аккордом праздничного вечера стала всем известная легендарная «Катюша». Ее артисты спели вместе со зрителями. Это вообще чудо какое-то для нас, для женщин. Вообще, я не могу даже выразить. Все замечательно, очень довольна. Весеннее настроение приподнятое. Диана Котлярова, Карина Краснова, телерадио компании «Заречный».